вами Вероника или Харли. Сейчас я получила уведомление от журнала ЕС. Я победила, первое место заняла в креативном... Как сказать? Надо было представить их лейб этого журнала ЕС, креативно как-то оформить, вот. И как-то необычно. Я сделала же это на джинсовой курточке. Вот. Ну, жилетке. Так что сейчас пойду получать посылка с России. Вот, и потом подробно вам покажу, что там и как. Я получила посылку, давайте откроем. Только музыка что-то не открывается. Вот такая. Почта России. Я не накрашена почти, потому что я собираюсь на фотосессию Харли Куин. Чё он мигает-то? Вот. Собираюсь на фотосессию, поэтому пока не накрашена, я поеду к Джокеру. Там буду готовиться и готовить его и себя. Итак, ну не суть, конечно же. Хвостярка моя. Так, давайте открывать, потому что интересно, что там находится. Как бы так открыть, чтобы ничего не повредить. Такие всякие прикольные штуки от Camel. Так, это у нас Magic, гель для душа. Вкусненько ничего-то. Вот, только коробка всего. Так, дальше это вот гель для душа. Потом у нас это будет еще гель для душа. Вот это мне больше нравится. Класс. Утонченный аромат алых роз. А это у нас было длительный завораживающий аромат черной орхидеи и масла пачули. Ну, песня заиграла. Прикольно. Это у нас дезодорант, антиспирант, утонченный аромат алых роз. Что такое? Да, вкусненько, прикольно. Такой резечек. Дальше у нас будет дезодорант, антиспирант тоже. Вот такой вот. Как бы там, как сказать, не жидкий, а шариковый, это такой. Блин, вы знак поняли. Прикольно вот это. Дальше. Это у нас жидкое мыло. Тоже с алыми розами. Вот такой большой. Блин, так много всего! Класс! Это у нас опять гель для душа. Спасибо, гель для душа. Ну, я люблю, кстати, гель для душа. Это длительный аромат соблазна, фиалок и драгоценных масел. Прикольно, приятно. Так, дальше. Это у нас дезодорант. Только такой... Это намек, что я что? Что я больше мылась и больше дезила? Спасибо. Так, это алые розы, опять же. Буду прям пахнуть алыми розами. Так, дальше. А, еще и три мыла. Это алые розы, туалетное мыло, фиалки и драгоценные масла, и черная орхидея и масло пачули. Прикольно, спасибо. Это я говорю, получила первое место за креативный... Господи, я забываю это слово. Креативную идею ихнего знака ЕС-журнала. Вот, так что... Крутяк! Я просто так вот, ну, как бы не участвую в таких всяких мероприятиях.
А тут вот оно, и меня выбрали. Это очень приятно, это очень круто, спасибо. Неожиданно, конечно, так. Но вот как-то так. А мне писали, что проблемы с красивой упаковкой какие-то произошли, то, что она дорого стоит, поэтому просто в обычную коробку мне положили. А, ладно, россияне, окей. Поэтому можно было заранее продумать все это. Ну да ладно, я не жалуюсь. Вот. Вот. Вау, все, смотрите. Прикольненько, классненько, забавненько. Так что я буду сейчас собираться на съемку. И такой маленький приятный бонус. Вот видите, там у меня бардак, просто бардачела такая. Потому что сейчас буду собирать сумки и поеду готовиться к фотосессии. Так что все, всем хорошего настроения и пока.